смотрим в окно. У кого-то жизнь проходит вслепую. А я обещал себе лишь одно. Как можно дальше держаться от поломанных судеб. Оглядываясь назад, удивляться, смотреть вперед, не поднимая век. Я верю, если есть в мире моя станция, то есть мой человек. Сошедшие с поезда махали руками, едущим дальше. Те, улыбаясь, дарили тепло и грели сердца. А я так скучаю по миру без фальши, что меня обманывать стали даже во снах. И что же, моя вселенная уничтожена. Под стук колес мне уютнее и слаще. Я вспоминаю о том, что было вчера. Мне говорят, что друзей не бывает вчерашних, если без грусти дарил им свои вечера. Я улыбаюсь. В поездах всегда грустно немного. Это место, где судьбы на миг стали в ряд. Здесь люди набрали столько историй в дорогу, а я по глупости слушаю все, что мне говорят, и верю. Ведь если правду никак не узнать, то лучше поверить. Снова люди уходят, за ними закрываются двери. Все как в жизни. Просто сегодня нам всем по пути. Мне тоскливо и пробегает легкая дрожь. Думаю, не от того ли время прекрасно, что стирает то, что уже не вернешь. Но и будущее порой нам не подвластно. Жаль, в поездах нельзя навечно остаться. Я бы ехал дальше хоть целый бег. Потому что я верю, если есть в мире моя станция, то есть мой человек. Как это просто. Спасибо.